Собрать кубик Рубика ногами, одной рукой и даже вслепую. В Минске проходит чемпионат для любителей популярной головоломки. 70 участников из Беларуси, Украины и России. Одни впервые пробуют силы. Кто-то борется за награды, а кто-то и вовсе замахнулся на мировой рекорд. Для кубика 5×5 – это 5 минут и 1 секунда. И сегодня претенденту на новое достижение, к сожалению, не удалось его побить. Головоломка подалась лишь на 6-ю секунду 6-й минуты. Вслепую кубик собирается не так, как с открытыми глазами. То есть здесь мы видеть не можем, мы сперва запоминаем состояние головоломки, то есть куда какой элемент должен идти, куда они должны перемещаться. Эти элементы мы запоминаем по очереди с помощью так называемых мнемотехник. То есть это специальные приемы, которые позволяют кодировать информацию, чтобы запоминать ее. Как отмечают организаторы турнира, в последнее время спидкубинг, а это вид спорта по сбору кубика на скорость, набирает все большую популярность. Неудивительно, он улучшает память, моторику пальцев и реакцию.